Наган интересен, знаете, еще чем? Ну, слово наган, может, не совсем удачное. Да. Он интересен, я могу сказать фразу сюда. Я когда ствол говорю, фразу сюда, слово говорю сюда, и слово застрянет в этом стволе. И потом, когда я стреляю, это слово сработает, да? Ну вот, например, у кого-то есть завидующие люди. У кого есть завидующие люди, которые вам в чем-то завидуют? Я вам сейчас этот канал просто обрублю. То есть, что значит здесь зависть? А, знаете, это непростое слово. Молодец. Сейчас подойдет. Знаете, я когда подошел к этому слову, ну, думаю, сейчас я как бы назову его там, убрать чужеродную зависть, например, да? Вдруг я говорю, убрать чужеродную, и у меня это слово вылетает. То есть на меня идет наезд, как бы меня блокирует это слово. Вроде бы слово такое малозначимое, ни хрена подобного. Это очень большая тема. Очень большая тема, потому что это канальная система, файл висит на тебе, и тебе может просто выдергивать там энергопоток. Значит, смотри, как мы выглядим. У нас вот здесь вот. Это у нас голова, да, ну так. У нас голова, из макушки выходит такой стержень, здесь фиксатор, дальше входит зонтик. На зонтике такой огонь, это еще космический огонь, да? Зонтик это это фиксатор, значит, очень важно, что здесь ничего не было. Здесь вот ничего не было, это ваша голова, да? А если здесь что-то будет, то вы не будете получать космическую информацию, не будете получать. Она будет вам передать из кордонного виде. И при этом ничего не поймете, почему это происходит. Просто, ну, есть образованные черные маги, которые в этом деле кое-что понимают, да? И они могут просто приляпаться к тебе и тянуть из себя, что хочешь. И ты при этом, да, как бы, можешь чесать затылок, что угодно, и не поймешь ничего, почему это происходит. А, крапива. Я сюда говорю фразу. Значит, как поставить? Как фразу поставить? Брать что? Чужеродное подключение. Тебе фраза понятна? Ты готова наблюдать за собой сейчас? Я когда хлопну, рядом с тобой голову, хлопок происходит. И потом последи, чтобы. Потому что когда я говорю свою фразу, убрать чужеродное подключение. И ты говоришь, убрать чужеродное подключение. Включай, слушай себя. Наблюдай, дальше. Просто наблюдай. Канал у тебя отцепился, он еще болтается. Все болтается, но он уже отрубленный, да. Канал это лента. Ну, файл, лента, там, как бы, канал, это все это одно система, да. Вот. Вместе со стулом, потому что, понимаете, что это значит? Когда ты обрываешь чужую чужеродность, ты просто отщепляешься от себя. Через что? Через разгон материи, крапива. Крапива – это космическая травка. Она к нам не просто так пришла. Она идет нам как помощь.